Чтобы вы не упустили эту уникальную дату, 19 мая мощнейшее новолуние. 1 плюс 9 равняется 10. 10 это единица, да, то есть это единичка. И это означает, что этим новолунием 19 мая запускается новый цикл ответственности человека. Соответственно, чем больше ответственности вы готовы взять на себя, тем больше даров вы получите от Вселенной. Ведь большие деньги – это большая ответственность. И если вам Вселенная на сегодняшний день дала очень небольшую сумму денег, это просто потому, что вы еще в голове как ребенок. То есть Вселенная смотрит, что вы еще не готовы к большой сумме. Поэтому и дает вам как ребенку небольшую сумму денег. Поэтому уникальная возможность 19 мая – перезаписать свои программы. Для этого делаем ритуальную практику. Нам, Вселенной, нужно показать, что мы уже выросли и готовы к определенной ответственности и получать дары. Поэтому берем лист бумаги и ручку. Пишем такую фразу: «Я с благодарностью Вселенной беру ответственность и готова получить». Здесь пишем сумму, какую хотим получить сумму. Пишем сумму, которую мы хотим получить от Вселенной, и очень важно, в дар за любовь к миру и жизни. Вы это уже получили, это очень важный нюанс. И, кстати, если вы хотите получить от Вселенной что-то другое, то есть вы пишете ту же фразу, только пишите не сумму, а, соответственно, свою мечту, что вы в дар получили достойного мужчину, в дар получили свои апартаменты, путешествия, что вы хотите. Но здесь очень важный нюанс. Когда вы пишете, вы должны писать от чистого сердца с добрым намерением. После того, как мы это написали, прочувствуйте радость того, что...